Не кубики такие чистые. Отвесный такой почти подъем. Что прикольно, здесь травы как-то вот высоченные нету, как у нас. Лес будет. Это в основном достаточно кедр. Будет это. Хвоя. Это не кедр, это сосна. Сосна. Хвоя, при хвое почему-то всегда такая трава низкая. Под рельсовики. Шпальники, есть же какие-то шпальники. Я помню, у меня дядька. Я говорю, ты что гонишь, какие-то поганки собираешь? А он ходил реально по железной дороге, какие-то шпальники. Ну, их уметь готовить надо. Ну, это, скорее всего, да, вот как на коре деревьев растут, это примерно такие же, ну, видимо. Типа того, ну, что-то долго-долго их жарил, там, ел потом. Шпальники. Боже, подохуровики. Вот такой мужик. Чинарики. Своеобразный был. Собирал мебель с этих, с автобусных сидений старых Никитова. И вот он вручную работает, такие всякие диваны делал, кресла такие обалденные.